Продолжим нашу работу. Сегодня мы будем говорить о таком инструменте, как потолок. Этот инструмент находится на вкладочке «Архитектура». Вот он здесь есть. Но прежде чем говорить о потолках, я хочу обратить ваше внимание на то, что в диспетчере проекта у нас есть планы этажей и есть еще планы потолков. Иногда случается так, что мы заходим на план потолка, пытаемся что-то там построить, ничего у нас получается не строится. Ну, вся проблема в том, что мы открыли план потолка, а не план этажа. Дальше, на 3D-видео я подготовил уже так нашу модель, чтобы было видно перекрытие. То есть все остальное я скрыл с помощью вот инструмента временное скрытие, изоляция. А все остальные элементы, там, которые у нас были, это стены, окна, двери, я скрыл. Их нет, они есть, но их не видно. Ну а теперь приступим к построению самого потолка. Когда я выбираю инструмент, варианта два. Во-первых, автоматически строится на высоте 2600 от уровня пола. Раз. И можно его еще построить вручную по эскизу. Кроме того, можно выбрать тип, либо типовой, это просто плоскость, либо три варианта, те, которые есть. Если у нас не устраивает, то можно точно так же, как мы работали, например, с перекрытием, точно так же можно конструкцию изменить, то есть ставить слои, поменять слои, те, которые у него имеются, на то, что нам необходимо. Материал и все прочее, количество слоев. Дальше, если нас это все устраивает, высота устраивает, дальше мы автоматически выбираем помещение. Вот выбрали помещение, обратите внимание, что она, вот когда выбрана эта область, то эта область, окруженная стенами, подсвечивается красной линией. И щелкаю. Все, вот потолок создался. Иногда бывает так, что его здесь не видно, даже на плане потолка. В чем тут проблема? Проблема тогда в том, что в свойствах самого плана секущий диапазон, вот он, настроен так, что здесь, вот, например, это смещение не позволяет видеть потолок. Вот единственная проблема, в чем это может быть. Дальше, если нам необходимо построить еще потолок, например, по эскизу, то мы точно так же берем инструменты рисования и дальше строим это все по эскизу. Вот, видите, мы второй потолок создали. Можем мы потолки создавать на разном уровне. Эскиз и зададим уровень здесь, например, 2500. И опять же изобразим вот здесь вот этот эскиз. Изобразили, галочку поставили, и видите, как вы видите, этот потолок создался на другом уровне. Можно создавать, например, в помещении разные конфигурации потолки. Один на одном уровне, второй на другом уровне, как угодно. Если мы посмотрим на сечение, то вот будет видно, вот наши потолки. Вот видите, один, второй и этот ниже. Ну, эти потолки мы создали так, что у нас перекрытие такое, да, что оно завеликовато, да, то мы его сместим на 2550, например, этот потолок. И этот тоже поставим 2550. Применили вот потолки, ну а это для примера опустим еще ниже, 2400. Вот его опустили. На потолках можно размещать элементы, такие, которые предназначены для размещения на потолках. Ну что это за элементы? Это светильники. Для того, чтобы поставить светильник, то необходимо нажать «Ставить», «Загрузить семейство», «Выбрать светильник», который подходит, ну, например, там какая-то висячая лампа, «Открыть» и далее
можно это светильник поставить. Ну, его тут нет, его надо найти где? В семействах. И вот, пожалуйста, подвесной светильник, вот висячая лампа. Правой клавишей щелкаю, создать экземпляр, и щелкаю вот здесь. Теперь смотрите, вот эта висячая лампа у нас появилась. Как она у нас там висит? Вот, вот я повесил ее так, чтобы она стала туда, куда нужно. А почему она вот тут у меня появилась где-то сбоку, да? Дело в том, что для лампы надо указать, это элемент такой, что необходимо указать именно плоскость, на которой она будет размещаться, да, размещаться. Вот смотрите, я ее создам тоже аналог, и мне надо указать плоскость. Вот она повесилась, и видите, она висит на другой плоскости. То есть она устанавливается на плоскости. Повесили, вот, пожалуйста, светильники. Ну, и любые другие светильники могут быть. Вот, например, такой светильник. Создаю экземпляр. И вот в этой комнате его устанавливаю. Это светильник другого типа. Светильник, вот он. Потолочный такой светильник. Его тоже можно поставить. Ну, этот захотел куда-то привязаться. И любые другие типы светильников сюда можно подвесить и установить. Вот такой инструмент. Инструмент потолок. На этом будет у нас все.